Привет, народ. Сегодня ко мне пришел телефончик. Пришел ко мне, что же здесь пришло? А пришло здесь, кажется, Sony Ericsson X-Play. Это такой игровой телефончик, телефон-консоль, короче. Он как этот слайдер развивается, QWERTY, типа. Ну, там не QWERTY клавиатура, а геймпад. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, а тут можно даже без ножа, наверное, открыть. Можно просто разорвать. Это дело. Там у нас тут ждет нас коробочка. Посмотрите. О, в такой вот штучке. Мы это дело разрежем. Это кинем на пол. Так, коробочку достанем. Тут у нас какая-то штучка. Ой, тут нам ее посмотреть. Какие-то пожелания шлют. А, так. И вот у нас X-Play. Вот такой вот X-Play. Тут у нас Make Believe. Туда-сюда PlayStation Certificate. Ну, вот так вот оно выглядит. Так, так. И так, так. Ага. Тут даже не выдавлено еще никем вот эта штучка. Так, вот что. Так, 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 ага. Где ты открываешься? Сейчас, а, вот здесь вот. Ух ты, сколько здесь отделений, только тут, а, тут мануал какой-то. Ну ладно, это нам не особо интересно. Тут у нас сам телефончик. Комплект поставочки у нас тут. Зарядное устройство. Грин Херт какой-то. Так, наушники у нас имеются. Вакуумные, кстати. С амбрашюрами даже. Так, USB кабель. Угу, USB кабель. Хорошо. Так, так, это мы в сторонку кладем. Возьмем наш телефончик. И посмотрим, что-то тут такой увесистый. Граммов, я не знаю, 200, что ли. Да, ну, 200 весит. Так, точно. Так, а как он? У нас вот так вот открывается. Тут мы видим у нас Horizon. Это у нас геймпад, кнопочки какие-то. Так, они нажимаются, я не пойму, для чего это сделано. Я не знаю, может, они сенсорные, скорее всего. И тут... Ты как... Прямо детство вспомнил. Select, старт, ёпта иметь. Сколько же я рубил на этом денде. Это, конечно, не денди, но... Так. А что у нас там с батарейкой? Небось, заклеили батарейку. Да, батарейка заклеена, как всегда. Под ним у нас, под корпусом, под крышечкой, вернее, ждет такая вот батареечка. Там все у нас логотипчик какой-то. Соньки переливается все так. Того и того самого. Так. Вставляем обратно. Вот так вот. Тут у нас еще вот и кнопочки есть. Right, left. Так плавно нажимается. Это грузовка с громкостью, наверное. Так, тут у нас USB разъемчик. А здесь 3,5 мм жек. Кнопочки тоже на лицевой панельке, 4 штуки. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Одеваем обратно это все дело. Так, закрывается легко. Хорошо. Пробуем включить. Так, ну, включился. Сейчас посмотрим, что там у нас. Надеюсь, даже, может, игрушечки есть какие-то уже установленные. Будет круто. Сейчас посмотрим. У нас тут думает. Включается. Потихоньку. Тут у нас он датчик светится. Переливается. То ли датчик, то ли камера. А, вот датчики. Датчики тут. А тут камера.
Камера так переливается после нас сюда. Динамик, конечно же. Вот такой вот у нас телефончик. Долго-то включается. Так, батарея нормально. О. А тач ничего такой вроде. Отзывчивый. Даже игрушки вроде какие-то стоят. Так, посмотрим, что-то язык надо выставить. Так, надо зайти в настроечки, сеттинг. И. А где же язык? Язык, language. Select. Так, русский. Где русский язык, а? Шайтаны. Так. Где же русский язык? Где-то внизу, вот он. Украинский тоже есть. Так. А это что у нас тут значит? А, ну сервис типа, сети нет. Ну хорошо. Так, посмотрим сейчас у нас что тут по игрушкам есть. Где-то еще, я так думаю, игрушки должны быть. Правильно? Хоть какие-то. Так, да, игрушечки стоят. Брюс Ли есть. Стар батальон какой-то. Крэш. Какой-то. The Sims 3 есть. Так, Xperia Play. Сервис какой-то. Madden. Да, NFL есть. UEFA. Xperia Hotshot. Интересно. А гоночки есть какие-то? Так, а это, походу, какие-то гоночки. Сейчас посмотрим. А, подождите. GameLoft. Ничего ясно. Так, ладно. Надо сейчас яркость, наверное, добавить. Ёлки зеленые. Ну, тут что-то как-то яркости маловато. Сейчас мы яркость добавим. Так, автояркость убираем. Окей. Ну, так уже получше, да? Хорошо. Так, где тут наша игрушечка? Заходим. Для скачивания нового контента требуется SD-карта. Тут SD-карточку надо. Игрушки так просто не запустишь. Угу. Крэш. А тут ошибка. Нет доступа к карте. Так что? Мне вам установить карту, чтобы посмотреть, какие здесь игрушки? Наверное, скорее всего, так и сделаю. Так, вот у нас геймпад такой работает. Ничего ясно. Так, select. Select. Ну, а ну. Ага. Так. Вот херня какая-то. SD-карту надо, короче. А так вроде. Фиговая. Так, ну тут пленка на экране, конечно. Я не сомневаюсь, что здесь качество экрана хорошее. Потому что пленочка, она тут вся такая. Как сказать. Не подубитая, но она какая-то зернистая. Поэтому видно как-то не особо. Экран, вот он так как-то переливается. Пленочку я, конечно, снимать не буду, потому что мне еще человеку отсылать телефон. Вот, хочется ему как бы нормально прислать. Вот, ну я сейчас, наверное, все же протестирую. Надо поставить сюда SD-карточку. У меня есть SD-карта голая. Вернее, пустая. Вот, и я, значит, одену. То есть вставлю ее сюда и посмотрим, что. А, так что тут у нас еще есть по умолчанию. У нас здесь стоит Evernote, уже есть YouTube есть. Так, музыка, видео это Facebook. Опять какой-то сервер PlayStation, Voice Pilot, App Extra, Update Center, FIFA 10 стоит, ничего себе. Ну, в общем, тут все загружать, короче, надо, потому что так оно не запускается. Для того, чтобы запустить, надо. Ну, вернее, загрузить, надо SD-карту установить. Xperia Hotshot. Игры и приложения. Диспетчер Livelware. Так, это что у нас? WhatsApp. Угу. Так, ну, вроде все. Больше тут ничего нету. Так, PlayNew какой-то. Store еще один. Короче, куча сторов всяких. В общем, телефончик интересный. Я думаю, для игромана, для какого-то, вполне самый раз. Самый-самый раз, потому что, как бы, так, звук работает у нас. Вот, хочется, конечно, мне и самому увидеть, какое качество здесь игрушек, я думаю, должно быть хорошее качество, потому что Sony, как бы, сами понимаете, Sony есть Sony, вот, они за свой базар, как говорится, отвечают и должны делать качественные вещи.
Поэтому в том, что у них здесь действительно качественный продукт, я не сомневаюсь, хоть и старый. Но еще актуальный. Так что такой вот телефончик. Будем, значит, устанавливать карту и тестировать игрушки. Все.